Всем привет, дорогие читатели, с вами Лафи. Сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт на сервере, IP которого вы найдете в описании. И сейчас вы видите его перед экраном. Ну что ж, приступим. Но сначала интро. Итак, до игры осталось 30 секунд. Итак, забыл сказать, что мы сегодня гуляем в Hunter Games. Это уже 4-й выпуск. Надеюсь, повезет в одном выпуске. Мне вообще никогда не везет в Hunter Games. Я дохожу до тезмача, но меня всегда убивают. Так, куда же идти? На центр или в лес? Я думаю, на центр. 5-4. Я забрал его алмаз. Лаги. Побежали в лес, я уже вижу там один сундук. Надо открыть. А, вот сундук, я его пропустил. Стрелы, железные слитки. В принципе, уже могу себе скрафтить железный меч. Мне нужна палка. Так, подождите. Там чел. Давайте пока оденемся хорошо. Нас не убили. А, в принципе, из плохой брони могут убить. Ой, из хорошей брони. Что ж, слитки здесь. Нормально. Раз, два, три, четыре. Все. Пропаду так. Тут все равно я никогда не выиграю здесь. А, через 6 минут. Дезматч. У вас сундук. Центр. Слаги, я их просто не могу терпеть. Да ну нафиг, что у меня все пропадает? Ладно. Скром опять этот сундук, будет все. Это на центре скратим железный меч. Тихо. Ладно, пусть идет. А, железные слитки есть, я просто за броней пришел. Почему она у меня постоянно пропадает? Вот один вопросик. Пожалуйста, вот сейчас не пропади, когда я буду чела его мочить. Умоляю тебя просто. Надеюсь, никто сейчас не придет. Мирно жить, я просто решил скрафтить себе железный меч.
где можно бежать. Ставьте лайк за железный мяч. Мне ничего не облутывать, что ли? Все есть? Железку какую-то хорошую. Ой, тихо, я вижу там сундук. Аллилуйя, наконец-то что-то полезное нашло. Аллилуйя. Еще сундуки. Раз, два, я железник на счет два. Так, все заложим. Все, нужно, блин, железный меч выкинуть. Заложим все ненужную броню, железную. Конечно. Не будем. Так, посмотрим. Да, я железный. Все, ребята, я тащу пока что. Я просто не хочу, если честно, умирать. Ох, как никто здесь. Поэтому давайте сейчас умотаем. Ну, здесь я убил Чила. Вот этот он умотал. Стреляю, говорил уже в одной из своих серий. Ой, блин, ребят, надеюсь, мне очень хорошо слышно. То есть я снимаю с утра, все спят, я пытаюсь как-то и погромче для вас, и как бы потише для других. Выкладывать видео каждый день, да? Поэтому давайте вот облутаем эту сумку. Стрелы, ребята, есть. Так, ребята, у нас вообще все офигенно, вся железная броня, железный меч. Я думаю, мы выиграем. А хотя думать не вредно. Так, вот сундук еще есть, его, по-моему, не облутали. Чел убил, который его... А нет, не облутали. Значит, беру только кексика, все остальное оставляю. Капец, ребята, это вообще хардкор. Но если меня сейчас убьет какой-то алмаз, или Тима... О, так, я железку постоянно беру, поэтому... Мне во всех сериях, как вы помните, не хватало еды. Теперь смотрите, сколько у меня ее. Ну что, погнали. Капец, 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 капец. Тихо, 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 тихо. Слышь, слышь. Слышь, ты что такой дерзкий? Нет, 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 нет. Ну да, как всегда. Капец. Железная броня, железный меч. Я просто не умею играть. Вот когда приеду в Киев, буду снимать видосы на компе. Все. Ну, а если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, прокомментируйте. С вами был Лафи. Всем удачи. Всем пока.